Потом. Днем рождения. Подарки. О. Благодарю. Спасибо огромное. Конечно. Три человека приходят. Ну. Угу. Ага. Ну да, они 2-3 человека приходят. Ну. Угу. Угу. А Сталин гений. А Сталин. Да, мы сюда ходили 4 GoPro. Но скоро мы сюда можем. Это я сам снимаю. Ну, у нас же есть картина, за то, вот мы с камерами здесь ходим все вместе. Да, я хочу его запатентовать, и пожалуйста, появится сообщество проводящих так мои дни рождения. И способ запатентовать, и все. Но у меня нет пока специалиста, который бы занимался всей бумажной работой. Не хотите ли вы? И ходил, посмотрел там все, я осмотрелся. Опустошение личности происходит по ряду причин. Люди утрачивают систему координат. Да и тоже, даже если в Москве-то... А если начать прочесывать, то я один и останусь, ты абсолютно прав. Главное, никто не знает. Я один и останусь, так, по большому счету. Да? Потому что я занимаюсь только экранами, а экраны самое важное, как бы, прием. Я через себя пропускаю или отражаю, все. И это как раз фильм... Ты правильно говоришь, каждый художник должен, в конце концов, прийти именно к такому заключению, что я один... Я останусь. Тогда он художник. Может быть. Если это можно сентенцию продать, я за. Конечно. А иначе не бывает. Условно говоря, нет входа, нет выхода. Люди утрачивают критерий, во что верить, зачем и почему. Семья, возможно, но семья уже состоялась, куда бежать? Тихим осенним днем вы все равно возвращаетесь к себе. Тихим осенним днем. Поднял мою портрет, а один там стал истерить. Я все это зря говорил, я ему говорю, да вы не отчаивайтесь, вы хуёвый колдун, вы понимаете, хуёвый, херовый. Ну такое же тоже бывает. А до этого он рассказывал, что у него, блядь, час 50 тысяч рублей, что Тихим осенним днем вы все равно возвращаетесь к себе. Тихим осенним днем вы все равно возвращаетесь к себе. Вы не идентифицируете себя как личность. Вы живы ощущениями. Да, это мое. Ты подарил? Давайте запьем, кто хочет. Конечно. Да, объясни, чтобы они не взяли, что это больно не сделали и не бескомфортно. Объясни, что это такое вообще. Нет, вот футболка. А может, нормально. Передоушечки.
Блин, этот снимать, чувак. На сердце, что ли?